Что ж, давайте перейдем к другой теме. У нас есть различные формы богословия, различные виды богословия. И как вы можете заметить, все эти определения идут как бы в противовес тому, что мы говорили, когда давали определение систематическому богословию. И я думаю, все здесь будет хорошо понятно, но прежде позвольте у вас спросить, а есть ли какие-либо вопросы о том, о чем мы уже говорили? Да, Линда, пожалуйста. У меня такой вопрос. А как библейское богословие отличается от первого подхода, когда мы говорили о систематическом богословии? Мы называли его фрагментами... Да, спасибо. Экзегезы. На самом деле, библейскому богословию ближе второй подход. Фрагменты богословия, где вы все-таки пытаетесь сопоставить выводы. Но все-таки есть отличие от обоих подходов. Библейское богословие может быть сфокусировано, скажем, лишь на трудах апостола Иоанна. Мол, давайте возьмем все, что написано апостолом Иоанном, Евангелие от Иоанна, его послание и книга Откровений. Давайте тщательно все просмотрим и увидим, какие же темы в них поднимаются. И после того, как главные темы определены, то делается вывод, скажем, по такой-то теме апостол Иоанн учит тому-то и тому-то, и так далее. Но при всем этом совсем не обязательно делается попытка сопоставить учения по различным темам, хотя вполне очевидно, что связь между темами есть. И богослов-библеист может и сказать вам, что какая-то связь есть, но не в этом его основная цель. Кроме этого, библейское богословие не пытается объяснить нам, во что мы должны верить и как жить сегодня. Оно пытается ответить на вопрос, что конкретно хотел сказать такой-то автор своим первоначальным читателям в тех или иных книгах, написанных в разное время его жизни. Но второй подход к богословию, который мы назвали фрагментами богословия, состоит в том, что мы не можем остановиться лишь на трудах Иоанна. Нам также нужно сопоставить выводы с трудами Павла и других авторов. И все-таки имеет место попытка сопоставить результаты экзегезы и объяснить доктрины, насколько это возможно, насколько Писание позволяет это. Если Писание ничего не говорит, то тема остается нераскрытой. И затем делается следующий шаг. А как это все применимо к церкви сегодня? И вот этот последний шаг, как вы видите, обычно не предпринимается в библейском богословии. Библейское богословие имеет место там, где, к примеру, у вас есть несколько книг, написанных одним автором. Или, скажем, вы разбираете пророчества Ветхого Завета, и вы сравниваете ранних пророков с поздними пророками. И богословы-библеисты скажут вам, что ранние пророки думали по какой-то теме, а затем скажут вам, что поздние пророки говорили на этот счет, и делается какое-то сравнение. Или, скажем, библейское богословие может преследовать другую цель, а именно, как учение одного и того же автора эволюционировало в течение его жизни, как оно менялось. Все это очень интересные факты, но при этом не достигается та цель, которая ставится в систематическом богословии. И это справедливо, я бы сказал, для второго и третьего подхода к систематическому богословию, а может даже и для первого. Потому что те, кто говорят, дайте мне тексты Писания, и я проведу тщательную экзегезу, и на основании этого я узнаю все, что мне следует знать о том, как мне следует жить, то же при этом они переходят за рамки того, что является библейским богословием, и уже переходят в область того,
что ближе к систематическому богословию. Но это очень хороший вопрос, который имеет под собой основание, потому что есть те, которые формулируют систематическое богословие таким образом, что, на первый взгляд, оно не сильно отличается от библейского богословия. Есть ли еще вопросы какие-либо по этой теме? Да, пожалуйста. Я вот подумал о догматическом богословии, о догматике Карла Бартта. Является ли это примером догматического богословия? Или это все же можно назвать систематическим богословием? Что ж, его метод — это метод систематика. Однако все-таки есть отличие от того, о чем мы говорили. Предметом рассмотрения догматического богословия обычно является некое существующее исповедание веры какой-либо деноминации, какой-то ветви церкви на определенном этапе ее развития. И если были какие-либо доктринальные утверждения, заявленные этой деноминацией, и догматическое богословие рассматривает только те моменты, которые затронуты в исповедании веры. И то, что будет сказано в отношении этого исповедания, будет основано практически полностью на Писании. И что касается метода, к которому прибегает богослов-догматик, то он практически не отличается от метода систематика. Но догматическое богословие не будет таким полным, как систематическое. Оно не охватывает все темы так же широко, как это делается в систематическом богословии. Просто лишь потому, что догматическое богословие ограничивается какими-то темами и не претендует на полноту. Хорошим примером здесь служит работа Шеда «Догматическое богословие». И как вы видите здесь на слайде, эта работа основывается в основном на Вестминстерском исповедании. И если когда-то к вам в руки попадет догматическое богословие Шеда, и вы просто посмотрите на содержание, и сравните это, скажем, с содержанием книги Милларда Эриксона «Христианское богословие», вы увидите, во-первых, что материал организован по-разному, если судить по оглавлению книги. И также вы увидите определенные темы, которые обсуждаются в книге Эриксона, но вы не увидите эти темы, во всяком случае, в оглавлении книги Шеда по догматическому богословию. То есть в догматическом богословии намеренно ставится цель разбирать только то, что сказано в неком исповедании веры, объяснить, что имели в виду люди, которые составили это исповедание веры. Спасибо, хороший вопрос. Да. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да, пожалуйста. Мой вопрос основан на простом любопытстве, но все же. Какое богословие наиболее популярно среди людей? Что ж, если мы говорим о евангельских христианах, то ситуация будет отличаться, если, скажем, будем говорить о неевангельских христианах. Неевангельские христиане, у них свое богословие, которое, быть может, включает Бога. Их богословие скорее философское, и при этом они приходят к выводам, к которым приходят атеисты или агностики. Но что касается евангельских христиан, и здесь опять такая же картина. Вот представьте, если сделать опрос среди студентов этого класса, то он будет отличаться от опроса среди прихожан церквей. Как я ожидаю, у студентов есть определенная заинтересованность в богословии. И изучая интересующие их богословие, они прибегают там, к первому, ко второму, третьему подходу, к изучению систематического богословия, о чем мы говорили вчера.
Но я думаю, если вы придете в поместную церковь, то вы встретите достаточно много христиан, которые считают, что систематическое богословие опасно и не понимают, зачем оно нужно. И они искренне полагают, что такое разнообразие, такое количество разных деноминаций, тот факт, что христиане, даже евангельские христиане, не могут согласиться друг с другом, вызван тем, что богословы развели разные споры, придают слишком большое значение каким-то мелочам. Все это приводит к доктринальным расхождениям, и эти прихожане скажут, что все эти расхождения, различия, они на самом деле не так уж и важны. Это богословы придают им слишком большое значение. И также бытует такое мнение, что если вы будете заниматься богословием, то в итоге ваша вера будет основана на мнении какого-то богослова, а не на том, чему на самом деле учит Божье Слово. И есть такой страх. Пастора не проповедуют систематическое богословие. Я надеюсь, что они проповедуют Библию. И хотя порой неплохо произнести доктринальную проповедь, но в большинстве случаев они этого не делают. Я думаю, большинство людей в поместных церквах скажут вам, библейская экзегеза и применение полученных выводов, в принципе, то, что делает пастор в проповеди, вот это то, что мне интересно. И что ж, я думаю, что это не совсем верный взгляд. И если бы у меня была возможность прочитать им ту лекцию, которую я прочитал вам вчера, то я надеюсь, я смог бы их переубедить. Но я думаю, большинство людей в поместных церквах не сознают значимость богословия. Они не вникали и не видят в этом ценности. Несмотря на то, что у них много вопросов, и большинство этих вопросов, по сути, богословские, даже если они этого не осознают. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.